Вай, пальцы на винил. Отпустил. Остановил. Отпустил. Остановил. И я сказал себе, что у меня теперь есть абсолютный контроль над записью. Но прикасаться к винилу пальцами в то время было табу. Диджеи будут меня ненавидеть, люди тебя будут ненавидеть, ты испортишь все записи. Я решил, что это единственный способ делать это. И дальше, что я делал, я мог найти брейк быстрее, я брал фломастер и делал отметку там, где живет брейк. Итак, круговая отметка там, где брейк. А другая отметка — интро для брейка. Итак, я считал, теперь сколько раз она пересечет тонарм. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Я изобрел способ делать это, никогда не прикасаясь к тонарму. Теперь мы знаем, где мы. Мы больше не гадаем. We're not getting anymore. Phase. 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 The idea.